Чем сенный добрее? А кто любопытный? Кто любопытный сразу же пошел смотреть, проверять? Ляля, ты молодец, ты в правильный пакет полезла. Правильный, да. Тут и вкусняшки, вкусняшки. Ну, тут я самое главное, что ждала, это вот эту вот сетку. Он ко мне приезжал. И вот это вот льняное масло. Буду, то есть дрова, которые я вам показывала, красивые, буду обрабатывать от гниения. Мне посоветовали, что нужно льняным маслом. 3 литра льняного масла купила. Тут у меня еще кашпошки, еще дров, конечно, заказала, и еще других дров. Разных. Буду делать клумбы. Ну, а это любопытная Варварушка. Варварушка, да? Ай, да ты жадная Варварушка. Так. Мне кажется, сейчас феи всех разгонит. Нет, Ляля, Ляля. Да ты, оказывается, грозная собака. Грозная собака. О, еще одна псина грозная идет. Ой, Лялька какая, а. Лялька всех отгоняет. Вот это же надо. А? Чудо мать бежит. Ну, фея потихоньку, ну, заскреблась наверх. Ой, вот это какой тяжелый. Вообще должно быть тут аккуратные обрезки от дубового паркета. Ну, посмотрим, потом все раскроем, все посмотрим, что там. Да, феюшка, тебе нужно все проверить, да? А упаковки какие-нибудь красивые стали. Гризга вот эта. Я уже несколько раз заказывала. И заказала сейчас то, что сама не могу сделать. Трахеи и что мы еще там заказали? А, точно, ухи. Ухи, зайцы. Какие веселые упаковочки, да? Буси, скажи, ушки мы любим. Ушкину макушки, да? Ну, все. Пойдемте что-нибудь открывать. Все же нужно проверить нам. Кисулька, тебе ничего не заказала. У тебя дримисы и так полно. Да, у нас киска так дримис. Кроме дримиса ничего и не ест. Вы пытаетесь сами раскрыть? Не получается? Не получается? Лялька лопаточками своими. А такой сетки, я предполагаю, много придется покупать. Потому что некоторые маленькие особи. И это маленькая зараза. А, вон она бегает. Больно уж бегает по горшкам. Будем оберегать что-нибудь. Всем хорошего дня. Пошли мы распаковываться.